На матч 1/16 финала Кубка России по футболу «Шинник» и «Динамо Москва» примут повышенные меры безопасности. Об этом порталу sportbox.ru сообщил гендиректор «Шинника» Валерий Фролов. Встреча будет для обеих команд дебютной в Кубке России. В нем черно-синие никогда не встречались с бело-голубыми. Последний топовый клуб, нацеленный на золото в премьер-лиге. «Шинник» — середнячок первого дивизиона. Для него матч со столичными звездами — серьезная проверка боя. Встреча «Шинник-Динамо» пройдет 24 или 25 сентября.